Привет, друзья! Привет всем! Всех очень рада приветствовать на своем канале. Ребятки, мне сегодня пришла посылочка от моего любимого блогера, которого я уже смотрю, в принципе, 7 лет точно. Может быть, плюс-минус, 7 лет точно уже. Мы с ним общаемся, то есть еще в личной переписке. И поддерживаем друг друга и советом. Ну, по-разному бывает. Вот. Вот коробочка пришла. Я думаю, что очень многие знают этого блогера и смотрят его. Это Самвел Адамян. Это уже не первая посылка мне от него. Вот. Я ему отправляю посылки. Мы так меняемся, в общем, приятными моментами в жизни. Сейчас, ребята, я вам покажу, что он мне выслал. Он мне сказал, это будет, это не лично мне, а это подарок моим, я так поняла, ну, в общем, моей живности. Не знаю, что там, но это подарок моей живности. Или котам, или собакам. Посмотрим. Сейчас, ребята. Класс! Ребята, это картина. Это картина. Сейчас я вам покажу. Это картина с янтаря. Это в комнату моим котам, ребятки. Это в комнату моим котам. У меня кошка Лиша есть, рыжая. Вот. Копия. Копия этот котик. Просто копия. Читайте. На память от Самвела. Ребятки, кто смотрит Самвела, я думаю, что вы обо мне слышали, знаете немножко. Это я-то Юля, которой он высылал статуэтку большую голубей. Вот, а я ему высылала там пахлаву, чак-чак, покрывало на кровать. Вот, вот это я. Голубей я вам тоже, ну, может быть, кто-то не будет верить, что это реально все происходит. Как бы я могу показать вам. Статуэтка у меня стоит в доме сейчас. Вот, Самвелка, спасибо тебе большое. Я не покупала это. Это подарок от Самвела. Вот, моим котам. Эта картина будет висеть в комнате. У котов в котячей комнате. Повешу. Обязательно потом покажу вам, где она висит. Самвелка, спасибо тебе большое. Если ты будешь смотреть мое видео, спасибо большое. Это от тебя будет такая память. Это очень приятно. И как бы на самом деле очень приятно. И на долгую память останется. Потому что это не съешь. И, ну, как бы, оно не испортится, срока давности, как бы, нету в этом продукте, так что это будет на всю жизнь. Сколько я буду жить, она будет у меня. Спасибо тебе большое. Очень-очень приятно, честно. Я очень рада. Оно сделано, видите, как крошечка. Крошка и такие небольшие, вот здесь такие камушки. А так вообще она сделана с мелкой такой крошки и переливается. Глаза, как... Глаза, ребята, точно живые, честно. Ну вот. Картина с янтаря написана. Спасибо большое. Очень приятно. Повесим в комнату, будем любоваться. Вот. Всем всего хорошего, ребята. Я сюда, наверное, прикреплю видео еще с голубями. Ну, это для тех, которые, может быть, смотрят Самвела тоже и не поверят, что действительно, как бы, человек мне высылал уже подарки. Вот, я это не покупала, еще раз скажу, мне человек подарил. Так, смотрите, ребятки. Вот,
мне высылал Самвел в том году. Такую вот статуэточку. Такая большая, видите? Очень она мне нравится, очень красиво смотрится. У меня просто муж собирает голубей, и у меня, видите, вот статуэтки с голубями есть. Но это не все, еще есть такие статуэтки. Она такая тяжелая, большая, видите? Красивая такая, очень красивая, мне нравится. Вот, так что просто показала вам, чтобы, ну, как бы, поверили тому, что это Самвел высылал. Кто смотрит видео, кто знает, что уже высылалась посылка с голубями, то, я думаю, вы помните, когда он отправлял мне голубей. Ребятки, ну что, всем пока. До новых встреч, до нового видео. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного видео. У меня сейчас подрастают щенята, они в таком возрасте обалденном. Я буду стараться почаще снимать. Так само у меня и котята есть сейчас, такие уже подросли, бегают, прыгают, скакают, тоже очень прикольные. Ребятки, всем всего хорошего. До новых встреч, до нового видео. Пока!